Oh, hi, Mark. Glad to hear you. Okay. So my goal for today is to continue spreading the anti-Russian propaganda and to tell lies about Naukamodule and its journey to the ISS, right? Yeah. Nobody's gonna know, yeah. Oh, Mr. Rogozin is a tough guy, you know, we have to admit it. But I think with your encourage, with your money, I mean, we will defeat them, yeah. Yeah, of course. $300 would be enough for this stream. Right. Okay, thank you, good luck. See you. Yeah, goodbye. Да, буду начинать сейчас. Угу. Всем привет, друзья! Меня зовут Паша, это группа Альфа Центавра. Мы сейчас ждем стыковки модуля, российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Модуль был запущен чуть больше недели назад. Мы с вами смотрели прямую трансляцию этого события. И действительно, сегодня, наконец, спустя все это время, должна произойти стыковка с российским сегментом МКС. Стыковка должна проходить в автоматическом режиме. Были проблемы с системой автоматической стыковки «Курс», но вроде как их исправили, и все у нас должно быть сегодня хорошо и успешно. Для того, чтобы состоялась стыковка, мы-то наблюдали это, но, в общем, был отстыкован от модуля «Звезда» модуль «Пирс», который был успешно затоплен в океане при помощи корабля «Прогресс МС-16». И сейчас на освободившееся место должен пристыковаться модуль «Наука». Друзья, те, кто смотрели наши стримы раньше, знают, что, в принципе... Давайте потише сделаю звук трансляции НАСА, вот так как-то. Вы знаете, что трансляции стыковок, открытия люков и так далее, это всегда такой очень неспешный процесс, потому что, ну, быстро это все происходит только в фантастических фильмах, поэтому... Зрелище будет не самое зрелищное, простите за такую тавтологию, но тем не менее, событие важное, мы не можем его не транслировать. И мы с вами в эфире. Спрашивают, во сколько стыковка? Друзья, на экране висит таймер. The weather in Warsaw is perfect, thank you. Thank you very much, как говорится. Потише музыку. Да, тоже хорошая мысль, спасибо. Я как-то не обратил внимания, что она громковата. Но да, драматическая музыка, куда ж без нее во время попыток что-то пристыковать к МКС. Так, подождите, у меня что, микрофон все время был включен? Сейчас, секунду. Блин, надо будет проверить. Ну, вот, нам показывают повтор старта ракеты-носителя Протон-М, которая доставляла науку. Качество трансляции, друзья, к сожалению, у нас 720p. А лучшего я вам предоставить сейчас ничего не могу. Спрашивают, было ли это Лебединое озеро? Нет, вряд ли это было Лебединое озеро. Это все композиции современных музыкантов.
copy that, Oleg. And I'll keep this activity open until I actually make that transition or put those books into the MLM. Можно пару предложений на английском? Мне нравится ваш акцент. Я по-английски не говорю, друзья. Я ничего не имею с общего с английским. Вы что? А вот показывают отстыковку пирса. Кстати, ее красиво удалось заснять с самой станции. И затем Тома Песке отдельно еще публиковал фотографии входа в орбиту. Не знаю, покажут ли их нам сейчас. Если не покажут, я вам продемонстрирую. And then executed a 17.5-minute deorbit burn to send both the Progress and the Piers into a destructive entry over the Pacific Ocean. So that port is cleared. There was a robotic camera survey of the docking port to ensure that all the seals on that docking port that had... Да, и на канале Роскосмоса есть ролики и со стартом, и с отстыковкой, по-моему, в 4K даже есть отстыковка красивая. Поэтому, кто хочет, можете зайти посмотреть, как это выглядело. Мы не демонстрировали, опять же, потому что, во-первых, до последнего было неясно, будет ли отстыковка, а во-вторых, ну, опять-таки, это не самая зрелищная штука, и у нас... было чем заняться, какие видео готовить. А что, кстати, вот кто сейчас онлайн, как вам вчерашний ролик по поводу обсерватории Чандра? У нее был юбилей, ну как, не юбилей, а 12 лет, простите, 22 года. Это я уже с Curiosity путаю, которому скоро 9 лет на Марсе. Вот, а Чандре 22 года, годовщина такая. Ролик супер. Я знаю, что многим такой формат не очень нравится, тем, кто привыкли, тем, кто хотели посмотреть. Вот, кстати, у нас есть сближение со станцией, производится, и я, возможно, даже уберу нашу бегущую строку или наверх ее подвину чуть-чуть позже, потому что мы видим, дистанция до станции составляет 9 километров с небольшим. И вы видите также скорость. В нижней части экрана, левый нижний сектор, там выше написано число, это дистанция до станции, а чуть ниже скорость, с которой модуль к МКС приближается. Вы сейчас видите интерфейс, по сути, системы курс. Статус F44 значит формат 44, что происходит сближение. Включается этот формат за 300 километров от станции, и SB2 IMP значит, что используется двухимпульсный режим с двумя включениями двигателя. В описании я, кстати, оставил ссылку на прекрасный текст на сайте N+1. У них там разобран вот этот интерфейс. Там расписано, я буду опираться на этот ролик, поэтому сразу говорю, что мы с вами ждем, вот пока вот эта работа системы курс, мы ждем, когда модуль сблизится со станцией. Ориентировочно это пройдет минут через 40, если более точно, 42 минуты. Да, в описании также есть ссылки, друзья, на наш телеграм-канал, я закрепил ссылку в чате на ютубе, тоже заходите, подписывайтесь, у нас там много всего интересного публикуется, в том числе анонсы вот таких стримов, потому что я знаю, что многим ютуб не то что ролики не показывает, даже если у людей включен колокольчик, даже если они попросили прислать им напоминание о стриме, к сожалению, ютуб иногда игнорирует такие предпочтения пользователей, и им уведомления никакие не приходят. Качество видео на науку не завезли, но я бы не ожидал лучшего качества на самом деле. Зачем топили пирс, а не все вместе стыковать? Потому что не было возможности, нет подходящего
стыковочного узла, чтобы науку стыковать к пирсу. Только к звезде можно ее пристыковать. Возможно, опять-таки, если не продолжатся сказки о российской орбитальной станции, как ее там РОС назвали, то планируется, что Роскосмос запустит еще узловой модуль «Причал» и пристыкует его к науке, а к нему уже вот тот самый научно-энергетический модуль. Опять-таки, сейчас вовсю рассказывают, что это будет первый модуль российской орбитальной станции, но лично я считаю, что Российская Федерация в текущем, при текущем техническом состоянии отрасли, она не способна собственную станцию поддерживать. Во всяком случае, станцию, которая могла бы сравниться по возможностям, которые предоставляет сейчас российский сегмент МКС. Поэтому с рациональной точки зрения Российской Федерации следует держаться за проект МКС всеми силами. Но вы же знаете, рациональность — это не всегда выбор тех, кто этот выбор делает. Друзья, спасибо сразу говорю за донаты. Вижу, что уже прилетели. Мне чуть позже надо будет их открыть. Я буду выделять периодически время, отвечать на вопросы ваши. Будет ли ролик по Спицеру? Вот, кстати, вернемся к тому, что я хотел сказать. По Чандре. Мне лично очень понравилась вот эта какая-то, не знаю, поэтическая часть ролика. Я не уверен, что мне удалось передать ее в переводе на русский. Но в целом ролик, он такой, он простенький, понятное дело, там действительно нет технических деталей практически, там вот люди рассказывают о каких-то своих впечатлениях, своих ощущениях, и мне хотелось перевести, мне иногда для души что-то такое хочется на канал публиковать, а про достижения Чандры, о технических деталях, о том, как она работает, видео обязательно будут. Вы находитесь на Альфа Центавр, я вам напомню. Мы регулярно публикуем какие-то и итоги миссий, и подробности о том, как что работает, поэтому ждите. И вот про Спицер тоже будет, но не к юбилею, наверное. Но обязательно будет. У нас в планах сценариев прям так и висит. По-моему, уже даже документ создан, чтобы набрасывать туда идеи и ссылки. Вот кому-то стишок понравился в моем переводе. Спасибо. Взаимодействие с проектом лунной орбитальной станции. Вышел ли Роскосмос из проекта? Да, Роскосмос, я уже уверен в том, что Роскосмос не будет участвовать, потому что Роскосмос слишком многого хотел за тот небольшой вклад, который он сейчас способен внести в строительство новой станции. Да, кто не посмотрел, посмотрите, друзья. Возможно, на скорости 1.25 вам будет проще смотреть видео, потому что оно такое действительно неспешное на канале. А вчерашний ролик про Чандру я поспамлю ссылкой, вы себе сохраните. Не тебе судить, что делать Российской Федерации. Ну, с тех пор, как Российская Федерация резко начала вмешиваться в жизнь моего государства, я думаю, я все-таки могу судить. Поэтому не вам судить, о чем мне судить. Давайте тогда так. Смотрел в скорости 2x2. Да, это слишком было. Что видно в перекрестии, науку или МКС? В перекрестии видно МКС. Сколько сразу недовольных в чате от простой констатации факта, друзья. Спускайтесь с небес на землю. Мы все-таки живем в такой реальности. Надо просто это признать и прекратить делать вид, что я что-то неправильно сказал или несправедливо. Да, ролик про Чандру обязательно будет. А давайте немножко о науке поговорим все-таки. Все-таки. Какая-никакая, но она есть, летит наука.
она имеет 10-летний ресурс работы, сразу скажу, поэтому ожидается, что, ну вот, до 30-х она может протянуть, хотя, опять-таки, МКС до 25-го года уже израсходует свой ресурс, по идее, полностью, но ее собираются продлевать, весь проект Международной космической станции. Посмотрим, что там решают, в первую очередь, в Конгрессе. Как я рассказывал на прошлом стриме, изначально строилась наука, тогда еще просто FGB-2, как модуль-дублер Зари, функционально-грузового блока Заря, того самого первого модуля, с которого МКС начинала строиться, но так как Зарю запустили успешно, никаких проблем не было ни с началом эксплуатации, ни тем более с запуском, пришлось отложить, наверное, это даже было к лучшему, что пришлось отложить работы и прекратить строительство FGB-2. Но он был построен, по сути, на 80%. И поэтому, чтобы не выбрасывать, по сути, на 4 пятых готовый модуль, было решено его запустить все-таки к Международной космической станции, переделав под научный модуль. Поэтому начались работы. Изначально планировалось, что модуль будет запущен в 2007-2008 году, но, как вы понимаете, не сложилось. Возможности с желаниями в российской космонавтике частенько не совпадают. И потом была та самая известная проблема с баками, когда баки пришлось распилить, вычистить из них стружку и потом заново сваривать, потому что технология создания баков была утеряна, то есть их заменить было невозможно. Вот, и документация на них тоже была утеряна, что отняло кучу-кучу лет в подготовке к запуску. Тем временем продолжается стыковка, продолжается сближение. Как я уже сказал, SB-2IMP, то, что вы видите буквы в левом верхнем углу, а значит, что происходит сближение в двухимпульсном режиме. Чуть правее мы видим надпись LSK, значит, что работает режим лучевой системы координат, привязанный к антеннам системы курс. Рубедо. Очень предвзято. Виноваты сами, что страна оказалась так слаба. Космический долгострой не новость, к сожалению. Так я и ответственность себя не снимаю за слабость государства. Я не понимаю, почему люди в чате себя снимают. Ну да ладно, давайте сегодня не об этом все-таки. По поводу лунной орбитальной станции, какой вклад должна была внести РФ и что она хотела за это? Российская Федерация предлагала, насколько я помню, свои стыковочные узлы, стыковочные шлюзы для того, чтобы российские корабли могли стыковаться. Но, как оказалось, они сейчас особо никому не нужны, потому что, опять-таки, слишком много требовалось в ответ за такой небольшой вклад. Ой-ой-ой. Разворот начался. Торможение и разворот. Все по плану, друзья, вы не переживайте, что станция так уплыла. Просто я не ожидал, что настолько резко это будет происходить. Да, мы слышим, что все нормально. Мы слышали от российской стороны и дрожащим голосом девушка-оператор.
Copy. Говорит, что... Oleg, please prepare to start the timer as soon as the retrograde burn is complete. At the end of the retrograde maneuver, I will start the timer. Да, сказали подготовиться к запуску таймера, когда закончится ретроградный маневр. По сути, сейчас происходит маневр торможения. Нам подсказывают, что... Да, таймер стартовал. Нам подсказывают, что телеметрия в норме и что маневр торможения завершен. И вы видите, сейчас, ну, на экранчике, о, нам его включили, экран, продолжается маневрирование науки, она теперь должна согласовать свою траекторию с МКС и выровняться уже для продолжения сближения со станцией. Тем временем систему ТОРУ будут в тестовом режиме сейчас запускать. Это система ручного управления для ручной стыковки. When you perform the test, please provide continuous commentary. Ну и попросили по завершению теста сообщить об этом. А будем надеяться, что система ручной стыковки не потребуется. Toru is on. Toru включена. Indicating that the telerobotically operated rendezvous system called the TORU system has been activated. It's not yet being used. The core's automated... Олег Новицкий, насколько я понимаю, сейчас включил систему ТОРУ. В российском сегменте станции также Петр Дубров сейчас работает. Давайте я отключу музыку все-таки. And the right trajectory for its approach. До стыковки еще 27 минут, друзья. Дистанция до станции, вы видите. В принципе, я могу на экран вывести подписи, чтобы мы могли увидеть, чтобы вы могли видеть, где дистанция, где скорость. Так, начался маневр торможения, разворот пошел. And, we started another retrograde burn, and there was no response to any of the hand controller inputs. Copy. Oleg, так. Down on further Toro testing. Не было ответа, насколько я понимаю, на действие, который Олег производил с системой ТОРУ. Что-то у нас картинка пропала. Олег, мы lost видео, so your commentary will be... Потерялось видео. Давайте я на всякий случай включу все-таки музыку. Двигатели при этом работают. Кстати, говорилось, что американский экипаж сегодня тоже вовсю будет работать. И ожидать стыковки науки. Все остальные работы американского международного экипажа были отменены.
Напомню, друзья, кто недавно подключился, мы с вами смотрим прямую трансляцию стыковки российского многофункционального лабораторного модуля «Наука» с Международной космической станцией. Okay, copy, Aki, thanks for the heads up. They are currently in the middle of M5. Олег, why not get in the image, please report. Вот Олега Новицкого просят сообщить. Потерялось изображение. Насколько я понимаю, ЦУП потерял изображение и спрашивает у Олега Новицкого, все ли окей. This is Mission Control Houston. In the Zvezda service module, cosmonauts Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov are testing the Toru. Да, из Звезды тестируется система Toru. Ну и нам напоминают, что, скорее всего, она не потребуется, потому что система курс, система автоматической стыковки работает. Да, друзья, кто не может писать в чат, скорее всего, дело в том, что вы на нас не подписаны, поэтому обязательно подпишитесь на канал. Ну и о лайках не забывайте, все-таки событие такое нечасто бывает. And now, do I have your go for translational hand controller testing, or we have to stand by some more? And no, you go ahead up at the... Dark Wolf и Гуреева Катерина, дякую за підтримку, дякую за вашу позицію, за цікавий канал. Стараємося, стараємося, дякую. The indicators that are on both edges are... Both sides illuminated in the middle, no, to the left. The middle indicators are not illuminated. To the right, the middle indicators are not illuminated. The side indicators are illuminated. Pulling towards me. Я не очень могу понять, что с индикаторами, но да. And pulling away from me. The indicators on the sides are not illuminated. The indicators. Nauka continuing to fire its engines and thrusters in small impulse burns, as they are called. May I use AGC mode? Продолжаются кратковременное зажигание ускорителей. И наука пытается себя выровнять, опять-таки, для того, чтобы выполнить сближение и начать захват. Включите хорошее качество, а лучшего качества, к сожалению, нет. Кстати, вот тут кто-то интересовался по поводу граждан Украины. Граждане Российской Федерации, вы можете обратиться к Роскосмосу, ведь он содержится на ваши налоги, и попросить, чтобы как-то вот повлияли на качество камер. Вот это было бы здорово. Будем, как граждане Украины, благодарны вам, если вы сможете этого добиться. Okay, copy. 11. Жалко, что нет картинки, потому что всегда сближение интересно наблюдать с камеры на модуле или на корабле, если это корабль сегодня у нас, модуль, который, в принципе, ту же систему курс использует. Вряд ли что-то получится. Ну, мне кажется, стоит попробовать все-таки. Ну как, вы же платите налоги, а надо ж контролировать, на что они идут, правильно? And do you have the indicator mark in the top corner? No. Работа
Indicators are illuminated only on the skies. А вот Дима Соколов пишет, что Роскосмос на своем стриме... А, остановили картинку. Я только сейчас понял, что картинка остановлена и заморожена. А, то есть НАСА получает картинку из ЦУПа от Роскосмоса. Не, ну вот сейчас двигается. Наверное, Роскосмос у себя заморозил, а мы видим, что все еще изображение с камер науки, к сожалению, нет. So did you say AGC mode command, did it go through? No, it did not. Не прошла одна из команд на МКС. And we have a range 350 and... Дистанция 350, насколько я понимаю. And the image is very dark. Изображение очень темное. This is Mission Control Houston. The multipurpose laboratory module about to pass within range of Russian ground stations, so that Russian flight controllers there in the Russian Mission Control Center outside of Moscow. Can evaluate the data from the spacecraft. Да, вот-вот наука пройдет над российскими станциями слежения, и специалисты Роскосмоса получат сигнал. Дистанция 314 метров, насколько я понимаю. And please continue reporting, continue voicing it down, because... We do not have any video image either right now. Ага, видео нет ни на станции, ни на земле. And the image is very dark. Картинка очень темная. Я, пожалуй, включил чат только для подписчиков канала, для наших спонсоров, простите, так что можете вдохнуть полной грудью. Let's continue, please. Do not forget to report to us. Да, Олега Новицкого просят продолжить операции и не забывать отчитываться о том, что происходит. Наука should be in its fly around of the International Space Station as we stand by for another attempt at a tour route test of the telerobotically operated rendezvous system by cosmonauts Oleg Novitsky and Pyotr Dubrov in the Zvezda service module. Да, ну подсказывают, что продолжаются тесты системы ручного управления, системы ТОРУ, которая используется для ручной стыковки. Глеб Зимнекс, Константин, большое спасибо за донаты. Андрей Нагуманов тоже ответил по поводу спицера. Спасибо. Какие еще раз данные? And please look on the right side of the page. Я доложил. Сейчас данные 623,3. Данные 623,3. Вспомнился мне анекдот про Петьку и Василия Ивановича. We're standing by for regaining video over Russian ground stations from Nyoka. По поводу, что прибор, но не буду его озвучивать. Исламбек Малахов, большое спасибо за поддержку. Действительно очень приятно, что есть люди, которые понимают и шутки, и готовы нас поддерживать. Беркут Бёрд, спасибо за ваш донат. Петр Тюлягин, Эксо и Рубедо, спасибо за поддержку. По поводу своего кубсата, очень дорого, друзья. Не потянем мы запуск своего кубсата. Спасибо за поддержку всем, кто нам задонатил. Мы все еще ждем, будет ли картинка вообще. Есть картинка, друзья.
И мы видим, что облет и захват такой статус сейчас. То есть теперь уже должно начаться сближение с состыковочным узлом. Мы вскоре увидим в левом верхнем углу под F-44 сближение, мы увидим статус причал-причал, когда корабль, простите, не корабль, а когда модуль наука начнет сближаться с состыковочным узлом. Артем Мульдияров, только зашел, будут все-таки вручную стыковать или проводят все тесты? Проводили тесты, стыковать должны в автоматическом режиме, должна сработать система курс. MLM сейчас облетает станцию, и мы видим, что расстояние до МКС составляет 209 метров, а скорость 7-6 сантиметров в секунду. Мы это видим в левом нижнем углу, друзья. Ждем стыковки. Вот картинка с МКС. И, наконец, MLM впервые нам показывают с Международной космической станции. Only the indicators on the sides are illuminated. Down. Indicators on the sides only are illuminated. To the left, the same. Иван Сафронов, Алекс Тивай, Дмитрий Халигали, Володя Балинов, Дерлафт, Николай Зюзин, Серега Волков, Ленар Шариков, Шакиров, простите, Петрович Ерохин, Пчела и Герман Девчич и Руслан Шарамет. Большое спасибо за то, что поддержали нас и подписались на канал. Стали нашими спонсорами. Тем временем, друзья, ждем стыковки. Расчетное время стыковки у нас 26 минут вот этого часа, который начался. Работа was already on. We did not turn it off. Зачем нужен был первый маневр с разворотом, который был до торможения? Потому что это самый рациональный способ облететь станцию и подлететь к нужному стыковочному узлу. Модулю нужно выровняться по оси стыковочного узла практически. То есть он не может подлететь к станции сверху, там резко развернуться и вниз сигануть и стыковаться. Ему нужно так ее облететь, чтобы с дистанции вот до 500 метров он направился к стыковочному узлу. Егор Гришин, Юрий Тычинин и Сёма Пекуров, большое спасибо за поддержку. Друзья, напоминаю, что в чате закреплено сообщение со ссылкой на наш телеграм-канал, где публикуются анонсы таких трансляций и много-много другой информации. Повлияет ли как-то пропажа картинки на процесс стыковки? Я не думаю. Стыковка производится автоматической системой, и ей картинка не нужна для того, чтобы стыковаться. Range 195. 195 метров расстояние сейчас. Пока нам телеметрия не видна, хотя бы аудиально будем пытаться ее услышать.
This is Mission Control Houston at a distance of 190 meters away from the International Space Station. Nauka's docking mechanism has now been powered up. And reports from the Russian Mission Control Center indicate that it has now been commanded for final approach. Была отдана команда на финальное сближение. Okay, then turn it back on and then turn it off, the работа or function switch. And I do not deactivate the BPS исходный. Okay, now I activated the работа or function switch and the indicators on the sides are illuminated. Copy. Продолжается проверка системы ТОРУ в то же время. В правом верхнем углу мы видим время. Оно указывается всегда, практически всегда по московскому часовому поясу. И нам подтвердили, что на данный момент все выглядит отлично. Say that they're go for final approach. The multi-purpose laboratory module, approximately 188 meters away, closing at a rate of about 1/10 of a meter per second. Спрашивали, что за строчка над ДУС была, над датчиками угловых скоростей. MLM Nauka is locked in to the docking port. Там написаны режимы готовности. Final approach. Confirmed. DPS activation. Confirmed. Насколько я помню, ГСО 1234 значит, что система ориентации полностью работает. Да, топлива немного было потрачено, и продолжается сближение. Мы видим, что сокращается потихоньку дистанция. В принципе, те, кто смотрели стыковки прогрессов, очень-очень похожий процесс нас сейчас ждет. Вот жалоба о том, что очень темное изображение с МКС. И еле-еле, насколько я понимаю, Олег Новицкий жалуется, что еле-еле может рассмотреть модуль. Кирон Черепаха, Василий Секиров, Влад Концевич и Сергей Савенков. Простите, я фамилии иногда путаюсь, когда читаю. Огромное спасибо вам за поддержку. Савенков, наверное. Итак, продолжается сближение. Мы видим, что поменялся формат причал-причал. BPS initial, or исходные, has been sent. Operation. All LEDs are illuminated. All four of them. Copy. Мы ждем после сближения изменения вот этого статуса причал-причал на касание. Это будет значить, что действительно произошло касание стыковочных агрегатов. And range rate is minus 0.5. И мы видим. I'm trying. Ждем улучшения картинки. В то же время 84 метра составляет дистанция.
Сламбек Малахов, спасибо и вам за то, что стали нашим спонсором. Не сильно ли болтает? Да вроде не особо. Продолжается сближение, друзья. Приветствую всех, кто подключился совсем недавно. Вы находитесь на канале Альфа Центавра, и мы смотрим ретрансляцию с канала НАСА. Ждем стыковки многофункционального лабораторного модуля «Наука» с российским сегментом Международной космической станции. Да, лучше хоть такая картинка, но тем более все, что нас интересует, рассмотреть мы сейчас спокойно можем, поэтому, друзья, не стоит возмущаться. Да, всех новеньких добро пожаловать на борт, всех, кто нас поддержал, стал спонсором. We copy. We will activate a robot operation again at the 30-meter mark. We believe that we have a camera trained. And we'll be working for page 72. Exactly. Range is 49. KU will try to sweeten that up. И дистанция менее 50 метров уже. По времени, возможно, на минутку вторую позже состоится стыковка, насколько я могу судить, но пока более-менее мы укладываемся в запланированный срок. Скорость 18 сантиметров в секунду. Is minus 0.18 and 530 is the resource. The crosshairs are aligned and the target is in the center. Евгений Клубов, удачно стыковки науки с МКС. Спасибо за донат. И Дмитрий Власов, спасибо за то, что стали спонсором. А тем временем, друзья, мы ждем, когда состоится уже именно касание стыковочного узла. Будет сейчас приближаться со станцией модуль, и вы увидите такое в стыковочном узле перекрестие тоже. И нам подтверждают, что наука работает номинально. Range is 40. Range is minus 0.14. Почему говорят range 40, а потом range is minus 0.4, простите, потому что сперва говорят о данных с МКС, затем о данных с самой науки. А когда говорят minus 0.14, говорят о, ну, производной. То есть о скорости. Copy. Потому что range — это дистанция. Картинка «Не болей» пишет. Почему качество плохое? Да, у нас 720p — это давняя беда, но вроде как они будут переходить на 4K в этом году. Таймер убирать не будем, мы дождемся. Посмотрим, когда произойдет стыковка. Range is 25. And looking at the ruler, the range rate is minus 0.1. The resource is 527. And дистанция one square to the top of the center of the target. We copy. Дистанция скоро уже будет 15 метров, друзья.
Георг Савчук, спасибо за донат. Привет, лунатикам. Да, наука большая, друзья. Это крупный модуль. 13 на 4 метра, по сути. Copy. 70 кубических метров составляет внутреннее пространство науки. Стыковка проводится с модулем «Звезда», с надирным стыковочным узлом, то есть он направлен вниз будет после того, как станцию вновь переориентируют, и при помощи науки. И продолжение работы будет подниматься орбита МКС. И мы видим совсем-совсем немного, 20 метров дистанция до звезды. Впервые мы, кстати, видим науку вот так, обнаженную в космосе, в хорошем качестве. До этого, в прошлый раз, мы ее видели перед тем, как ее поместили под обтекатель. Перед запуском, и мы видим стыковочный щуп. Ну и подтверждение, что есть прием картинки. Range is about 10 meters. 15 метров отделяют науку от станции. Target is a little bit going off to the side. Copy. Ну и вот теперь будем наблюдать, когда дадут картинку с самой науки, система курс должна как раз совместить перекрестие свое. Даже видна работа двигателей. Сейчас вы видите, как подруливает по чуть-чуть наука к Международной космической станции. Да, это непривычно видеть, потому что мы-то привыкли к небольшим кораблям. Около 10 метров остается, и мы видим, как активно работает система сближения. И мы видим, щуп должен попасть в захват, который находится в центре стыковочного узла, 5 метров. Используется ТОРУ, насколько я понимаю, Дима Соколов написал. Да, в ручном режиме производится стыковка. Значит, не курс должен следить, а космонавты должны следить за тем, чтобы перекрестия совпадали. Есть подтверждение, что перекрестия выровнены, и ожидается завершение ручной стыковки. Такие было использовано, друзья, система ТОРУ для стыковки. Есть контакт, есть касание, есть подтверждение. Ну, вы видите, все немножечко задрожало. И теперь должна происходить сцепка, друзья. Есть поздравления. Олега поздравляет, потому что Олег Новицкий вручную производил стыковку, и ему говорят, это было непросто. Олег Новицкий, кстати, 3 полета у него в карьере. И, друзья,
дождемся завершения сцепки и когда сработают крюки стыковочного узла, которые должны уже окончательно захватить и пристегнуть модуль к Международной космической станции, сделать, по сути, модуль новой частью. Давайте я включу чат для всех. Дадим возможность людям порадоваться. And the docking probe is now retracting. Сейчас происходит втягивание щупа стыковочного. Once again, 8 days after its launch from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, a new module has arrived at the International Space Station. The 22.5-ton Nauka multipurpose laboratory module has reached its destination on the... И мы слышим подтверждение на трансляции НАСА, что многофункциональный лабораторный модуль Наука достиг своей цели и соприкоснулся с МКС, и сейчас мы ждем срабатывания крюков. Ну, честно, система ручной стыковки всегда немного напрягает, потому что был не самый приятный опыт, но, как видим, Олег Новицкий справился. Давайте быстренько донаты прочту. Гуреева Катерина, дякую вам. Центро Паратьяг, не знаю, як правильно читати, але теж вам дякую на розвиток. Стараємося. Олексій, може сервіс, серіус сервіс в підтримку Купсату, а це забагато коштів. Купсат, це для нас неможливо. А так, ми видим, що на стик написано, начало стыковки. И картинка, вы видите, подрагивает немного, но тем не менее. Даниэль, на Купсат. Что-то вы нам все на Купсат сегодня донатите, хотя я говорю, что это невозможно, но тем не менее спасибо большое. В поддержку развития вашего канала «Счастье, здоровье» Георгий написал. И Серж, я аж патрон писать не могу. Ну, это такой минус, вот что патроны не могут писать в чате на YouTube, поэтому приходится выбирать из тех вариантов, которые вам доступны для нашей поддержки. Увы, мы ничего не можем сделать. Вопрос был по поводу ДПС, насколько я видел. Что такое ДПС? Да, это двигатели причаливания и сближения, и именно их работа демонстрировалась. Сколько стоит Купсат? Несколько сотен тысяч долларов нужно для того, чтобы Купсат запустить, если никому не примазываться. Есть ли группа ВКонтакте? Нет, ВКонтакте у нас группы нет. Олег, по поводу местного университета была мысль, но, честно, пока мы ее отложили. Мы все-таки пока хотим на контенте сосредоточиться, на мерче. Спрашивали, когда следующий мерч осенью точно будет. Причем это, я надеюсь, будет не только одежда, а и кое-что другое. А патроны, спонсоры чуть пораньше узнают, что это будет. Но, в общем, так. Друзья, где мы представлены? Как я сказал, ВКонтакте нас нет. Мы есть в Фейсбуке, в Телеграме, в Твиттере и в Дискорде. Мы оживляем свой Дискорд-сервер. Я, наконец, настроил кросс-пост туда новостей из Телеграма. Поэтому подписывайтесь, все ссылки есть
в описании. Хотя бы Pocket CubeSat запустим, ну... Можем на воздушном шаре что-то поднять, но мне кажется, это не наш уровень все-таки будет. Что за объект был после 5 метров? Мигающая точка какая-то? Спрашивал Евгений Тарима. К сожалению, сейчас не могу сказать. За донат вам спасибо. Можем перемотать, конечно. Я боюсь, что я сейчас на маленьком экранчике просто не найду нужный момент. Прикольно, с американским акцентом звучит название науки, Найока. Как будто это какой-то, не знаю, японский модуль. HM Club, что-то подобное будет. Ждите. А, пишут, помехи от камеры были, скорее всего, да. Пишут, что-то отлетело. Друзья, я сомневаюсь, что что-то могло отлететь. Мы бы уже об этом знали. Да, Найока. Блики, скорее всего, помехи. Граф, дякую, що зайшли на Discord. В общем, да, мы видим, что и топлива, в принципе, в баках осталось достаточно. И система курс работала, затем перехватили космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров управление на себя. И вот в итоге стыковка была проведена в ручном режиме. Друзья, там кто-то пишет, что бесит риторика моя, еще что-то, но я ж не заставляю никого смотреть, хорошие мои. Не надо ж заниматься мазохизмом. Ракету на сахарной тяге. Да нет, ну хочется что-то более крупное, если уже заниматься. Почему через год заработает? Потому что подключение к системам станции, то есть вы же не можете просто состыковать модули, все. Нужно подключиться, все проверить. Насколько я помню, будут еще выходы в открытый космос. Нужно настроить манипулятор европейский, который установлен. Который был создан для науки, и дано разрешение на выключение Тору. As well as an airlock and a laboratory for scientific research has now been added to the International Space Station 8 days after its launch from the Baikonur Cosmodrome. I am activating BPS initial. Copy, the command has been sent. Operation is on. Copy. Так, давайте музыку другую включим. I am sending the command to deactivate the manual control mode one more time. Copy. Что-нибудь такое. Translational hand controller has not been... Робот-пылесос за секунду к станции подключился откуда-то год. Ну, да, бывает такое. Skip that. Повод для гордости, по телеку месяц мундеть будут. Ну, посмотрим. And then...
Есть где-нибудь в интернете пояснение к тому, что находится на экране курса? Есть, мало того, эти объяснения вы можете найти на сайте N+1 по ссылке в описании под этим стримом. Вадим Фоменко, ну, стоит жаловаться на рекламу. Мы, к сожалению, не можем повлиять. Это Google. Outermost LEDs are illuminated and we are transitioning to the backup receiver. Ну что, в принципе, друзья, самое главное произошло, вряд ли мы еще что-то увидим. Давайте я постараюсь все-таки найти этот момент стыковки и завершить благодарности тем, кто нам донатил, тем, кто поддерживал. Андрей Стариков, удачи, друзья, спасибо за трансляцию, ждем новых. Новые, кстати, уже завтра будет. Завтра мы будем показывать запуск Starliner, который тоже к МКС полетит. Тоже проект с непростой судьбой, скажем так, и... И посмотрим. Посмотрим, как пройдет запуск. А самое важное, запуск, я не особо сомневаюсь, что там что-то может быть. А вот конкретно стыковка. Будем надеяться, что Boeing все проблемы Starliner исправил. Да, пока, Никита Назаров, до встречи. Владимир Алексеевич, we didn't copy your last range. We're entering the... We're losing light. Юра, are you seeing the image? Yes, we are. На какой ракете Starliner? Да, на той же, что и в прошлый раз, на Atlas V. Starliner на них и будут летать. Я чуть-чуть промотаю к моменту вот поближе. Стыковки. We are losing the image. The range is 3 meters. Copy. Range rate is minus 0.1. Кеша Пуделев, 1000 рублей на запуск печатного издания дайджеста Альфа Центавра. Мы закидывали в Телеграме курсовую работу одного из подписчиков, который наши материалы разместил в печатном виде, еще реально напечатал это все и прислал нам, за что ему огромное спасибо. И у нас есть идея печатать, но не дайджест и не что-то регулярное, а раз в год, возможно, что-нибудь свое подобное запустить. Да нет, ну вот, подтверждение стыковки, ничего не пропустили. Стыковку на Йоке мы увидели, друзья. Чуть раньше отмотай момент с мусором. Ну давайте отмотаем. Может, это мышь с Falcon 9 пробежала? Примерно 10 моментов. 10 метров. Ну, друзья, ну это совсем уже далеко. С каждого подписчика по доллару и запустим свой кубсат. Ну, было бы неплохо. А еще если по 2 доллара, то вообще замечательно. Я бы не отказался, честно скажу. Друзья, это из-за работы двигателей отлетел... Это не кусочек науки, это следствие работы двигателей, скорее всего. Назад, раньше. Вот, люди пишут. Что это? Вон летит. Слушайте, возможно, это пролетел какой-то объект на фоне науки. Возможно, это что-то вроде летающей тарелки было, потому что вы видите, что форма довольно круглая. А ну, давайте я поставлю паузу, и мы сейчас с вами... А, сейчас не видно, надо... Во, сейчас видно. Мы попробуем сейчас увеличить и достучаться до правды. Так... Так, кажется, я что-то вижу. Ну-ка, друзья, что это было такое? Мы вплотную подобрались к разгадке. А ну, сейчас.
Сейчас мы все проверим, что же это у нас тут показали. Так, давайте сейчас сравним. Я сейчас выведу вам на экран, и вы скажете, похоже или нет. Так. Картиночку нам сюда, пожалуйста. Так, а ну, смотрите. Похоже? По форме. А? А? Что скажете? Мне кажется, мы распознали, так скажем, что это было. Спасибо внимательным зрителям, потому что я бы не обратил внимания, честно. Это действительно CSI Miami. У нас технологии даже покруче. Вот, еще больше сделаем. Ну, вот один в один, посмотрите, я наношу изображение и... как бы и видно сразу, что это такое. Да, это теперь опознанный летающий объект. Это OLO теперь. LOL. Тоже можно сказать. Ну что, на квиток до Марсу. Земляни нам ще задонатив 100 гривень. Дякуємо за підтримку, землянине. Юрій Бухарін підняв рівень своєї підтримки до мічмана. Юрій, огромне спасибо за те, що ви нас так балуєте. А с остальными нашими спонсорами за сегодня. Это невероятно приятно. Также спасибо Юрию Тычинину, Владу Концевичу, Тирону Черепахе, Ивану Сафронову, Дмитрию Власову, Алексу Тивай, Дмитрию Халигали, Исламбеку Малахову, Володе Балинову, Дерлафт, Семе Пекурову, Николаю Зюзину, Василию Секирову, Сереге Волкову, Ленару Шакирову, Сергею Савинкову, Петровичу Ерохину, Егору Гришину и Пчеле, и Андрею Нагуманову, тем, кто сегодня стал нашим спонсором на YouTube. Кстати, у нас в сообществе на YouTube вышел пост в раннем доступе, статья о том, что может уничтожить жизнь на Земле. Зайдите, загляните, почитайте. И также на Патреоне тоже эта статья вышла. Донат еще. Кеша Пуделев, это инопланетянам, чтобы не трогали МКС и на Йоку. Да, небольшая взяточка такая будет обязательно для инопланетян. Спасибо за поддержку. Андрей Нагуманов на Купсат еще задонатил. Почему Купсат нельзя запустить? Исламбек спрашивает. Давайте тогда на полету Безоса скидываться, из окна Купсат выкинешь, когда науку откроют на камеру. Не знаю, на когда запланировано открытие, и посмотрим. Посмотрим, пока вообще никакой информации не слышал на этот счет. У Безоса не хочу. Если мы соберем столько доната, то реально лучше на Купсат его закинем. And... Так, ну что? Друзья, я думаю, что я тут вас достаточно помариновал. Сам я точно хорошо помариновался. Все-таки у меня жара на улице, вы знаете, в этой капиталистической Варшаве. Большое спасибо всем, кто сегодня подключился, кто поддержал наш проект, кто подписался на канал, кто общался в чате. Также спасибо модераторам, которые в чате сегодня следили за тем, чтобы был порядок. И друзья, обязательно подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, потому что мы здесь постоянно рассказываем про космос, и стоит оставаться вместе с нами в нашей большой космической семье. Не забудьте также пройтись по ссылкам в описании под видео. Там и наш сайт есть с расписанием запусков удобным, который показывает время в вашем часовом поясе. И также там вы сможете найти кучу интересных материалов, там можно общаться, можно создать себе аккаунт, поэтому заходите и подписывайтесь на нас в
в социальных сетях, в том же Дискорде, Facebook, в Телеграме. Все ссылки есть в описании и также в закрепленном сообщении в чате. White Rose, слушай, а ты можешь, у тебя есть мини-бар дома? Можешь скинуть фото в чат? Я готов поспорить, что мини-бара у тебя нет. Заходи в чат Альфа Центавра в Телеграме. Хотел бы увидеть твой мини-бар. Давай, ждем от тебя фотографию мини-бара или хотя бы холодильника. Все, друзья, спасибо. До связи, завтра с вами услышимся. Ну, а послезавтра будет дайджест, естественно. Часть из вас уже завтра его увидит в раннем доступе. Алексей Хохлов пишет: на МКС доставлен павильон для съемки фильма «Вызов». Теперь ждем актрису с режиссером. Да, будет забавная история с этим фильмом и с тем, как космонавты реагируют на него. Это, конечно, отдельно весело. Все, друзья, Буказоиду привет и всем пока-пока, до связи. Только это, не забывайте там главного, мы не можем приблизить звезды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звездам, без всяких наук и актрис. До встречи. The 22.5-ton Nyoka multipurpose laboratory module.